Пройдемте к следующему экспонату. Это был очень трудный год для мастера. У него сломалась фронтальная камера, и он почти месяц не делал селфи. А правда, что мастер практически не использовал фильтры, а лишь иногда увеличивал яркость? Совершенно верно. Пройдемте далее. Маэстро не сдавался даже тогда, когда лайки ему ставили только японские подгузники, спортивное питание и восхитительные ноготочки Омск. Если у вас есть желание приобрести одну из этих работ, пройдемте за мной.